На заседании оперативного штаба Пермского края по противодействию распространению коронавируса обсудили статистику заболеваемости и уровень распространения инфекции. По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костырева, говорить о других изменениях режима, то есть открытие мест общественного пользования кафе и торговых центров, преждевременно. Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболеваний, и оперштабу придется принимать решение по ужесточению ограничительных мер, отметил он. Соответствующие изменения в указ будут внесены 20 мая. В первую очередь ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельности общепита и крупных торговых центров. Это места, где риск заражения наиболее высок, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности. При этом оперштаб 25 мая вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.